Ну, так как мое видео рассчитано для начинающих, так что я не сказал, что такое аналоговые пины. Аналоговые пины — это, ну, грубо говоря, вот такой вот вольтметр, который может измерять напряжение от 0 до 5 вольт и превращать его в значение от 0 до 1023. Вот так, если, как говорится, на пальцах объяснять. Ну, если вы там себе захотите, вы уже более детально изучите эту тему. Может быть, и я когда-нибудь что-нибудь расскажу. Так что вам как раз повод будет подписаться. Если что, пишите под роликом. Если вы напишите, типа, хочу знать больше про ЦП. И вот это напишет много человек или один, и много лайков будет. Ну, тогда это будет отличным стимулом мне сделать видео на эту тематику. Вот так вот.